Друзья, привет! 7 ноября 2020 года ни разу за всю историю водометных экспедиций, путешествий и рыбалок в столь поздное время я не был на реке. Сегодня, как вы видите, светит солнышко, замечательная погода. До 10 тепла сегодня нам пообещали синоптики. Но уже буквально со следующей недели начинаются морозы. 10-15 градусов по Алтайскому краю. Поэтому это закрытие водометного сезона 2020 года. Когда мы ехали на реку, я вспоминал, что сезон мы нынче с Димой открыли на майские праздники на реке Чумыш. Ровно 6 месяцев мы ходили по рекам. Мы посещали новые места, мы рыбачили на изведанных и неизведанных реках. В этом сезоне мы совершили очень много интересных поездок. Часть из них – это полнейшие первопрохождения на водометных лодках. Сезон был очень насыщен, очень интересен, очень результативен. Сегодня мы вырвались уже реально перед зимой для того, чтобы крайний раз в этом году ощутить, как мы надеемся, поклевку тайменя, на спиннинг, на блесна, на нашу домашнюю речку, на которой мы нынче уже были один раз. Правда, Дим, та поездка была единственной, когда мы не поймали ни одной рыбы. Мы рыбачили на тайменя, но не поймали. Было несколько выходов, но они были нерезультативные. И вот сегодня, перед зимой, мы снова здесь, на реке Бия, в надежде на то, что таймень уже скатился с верхов, и он где-то вот здесь, в среднем или в нижнем течении Бии, где мы сейчас находимся, расположился и ждет нас. У нас впереди сегодня полный день, ночевка, завтра полный день, и завтра же вечером мы возвращаемся домой. Поэтому погнали, смотрим, что из этого получится. Приятного просмотра! Каре, ты подсосал? Да. Ну ты слабо прососал, если она жмется. Она не должна жаться так сильно. А что там за изолента? У тебя противогонка, что ли? Сигнализация, блин, Starline. Похоже. Православная изолента, без нее куда? Тахометр оторвался просто от этих на стяжках. Что ты хочешь? Не качает, что ли? Ну. Сейчас может прыснуть. Ты не подсосал. Он даже не схватывает. Там масло было в цилиндрах, просто капец. Я же его законсервировал уже. Ну, понятно. Он же заводился у тебя. Я его законсервировал уже к сезону-то, к зимнему. Никто ж не думал, что так получится. Конечно. Ну, дымит. Ты подсос убирай сразу. Я его убирал вообще. Прогазуй маленько. Чтоб он не заглох. Дыму сколько, это ужас. Не давай заглохнуть ему. Это что такое? Синий туман. Газани маленько. Ну как 115-ка почти. А лучше. Еще газани чуть-чуть. Ни хрена струя-то какая. Я так ни разу не делал. Что, все, идем? Собираем, собрал уже свою. Не переживай. Сейчас приноровимся. Это знаешь, как это, я обычно толкаю. Да, да. Примеряюсь. Сегодня толкаю я. Второй раз в этом сезоне и второй раз на Бии. Ну, потому что это твоя домашняя речка. Да, мне тут рядом, конечно. Все, готов? Да, я готов. Сейчас я этот постелю, чтобы вот так. Так, ну, в общем, смотри, с точки зрения опыта, говоришь, или мы до Талова идем, или как? Вода грязная. Все? Вода грязная. Ну, поехали, поднимемся маленько, там, где начнем. А там уже будем смотреть вверх, вниз, там что. Да, ребят, у берега вода была чистая, здесь грязная, кажется.
воде, чем на берегу. Ну ничего страшного. Ветра нету, солнышко светит, сухо. Это здорово. Рыбаки кругом. Да, ребята, вода маленько грязновата. Мы сейчас остановились вместе. Оно вроде бы и перспективное для рыбалки. Но знаете, в чем проблема? Все вот такие участки с ровным дном, с тихим течением на бии пролавливаются с плавными сетями. Это достоверно известно. Я не знаю, как с этим обстоят дела сейчас, в нынешнее время. Но еще несколько лет назад именно вот по таким местам, которые называются тони, и бросались или сплавлялись сплавные сети. Поэтому рыбачить здесь вроде как и перспективно, но смысла в этом нет никакого, потому что рыба, которая здесь стояла, ее выловили сетями. Да, вода грязная, пипец. Тут же Ниня впадает, река вот здесь, на Новиково. Она по ту сторону впадает. Она вот по эту сторону впадает. Ну, я говорю по ту, да. Но пройдем сейчас выше, может там она мутит. Нет? Это нормально, как есть, будем рыбачить. Да, конечно, я думаю, у нас вариантов нету никуда больше ехать, поэтому... Мы, помнится, сезон открывали по еще более грязной и более большой воде. Тогда мы даже рыбачить не пытались. А здесь, если местные мужики рыбачат, значит, есть шанс поймать рыбу. Но вот сколько мы прошли, я смотрю, кидают в основном, не в основном, а все кидают именно на хариуса. Но мы будем кидать на тайменя. Ребята, мы сейчас проходим места, где я лет 10-12 назад рыбачил. Я регулярно приезжал на это место с Барнаула и рыбачил. Пытался ловить хариуса и в забродку, и на сплетню. А вон впереди стоят машины, и в воде стоит человек. Вот именно там я таким же способом рыбачил. Очень необычно бывать в тех местах, в которых не было уже много лет, с которыми тебя связывает память. И тогда, ходя по берегу, я думал, вот счастливчики, на лодках ходят по бии, только рыбы они ловят. Сейчас я сам иду на лодке в закрытии сезона 2020 года. Кайф. Пробуем здесь. Чё кататься? Ну вот сколько идем, явных мест, где нужно рыбачить, нету. Просто сплошное течение, где-то повороты, где-то небольшие закоски. Но явно не видно. Будем пробовать. Время покажет, где стоит таймень. Холодно. Мне нормально. Надо одеваться. Ну я снимаю, потому что вдруг команда обед просит. Мне уже не слышно нифига. Ветер подул. Да, маленький ветер дует. Ребята, вот такой нулевый воблер Рапала. Думаю, он стоит хороших денег. Мы его можем зажарить, если еще вечером. Если не поймаем, да? Смотри, какой красивый. Ни разу не рыбачил на него. Так, а что-то здесь характеристики-то есть где-нибудь? Троллинг. Троллинговый. 12 метров. Ну-ка. Старыми, добрыми. Дна не чую, бьется хорошо. В такую грязную воду только крупными приманками ловить. О, откуда выходит с самого дна. Ну, с метра видно все равно.
Перехлестнулся. А, не играет? Ну, поверху идет где-то. Вот здесь дно чувствую. Он глубоко идет реально, по самому дну. Если не клюнет, то он за хребет поймает тайменя. Чё? Чё это было? Нет. Ну, ты сейчас подсекал или что? Нет, это я проверял. Вот зацепилось потом, как-то славе. Глубоко? Да нет, не очень. Ну, кидай блесну, зачем тебе воблер? Надо экспериментировать, разные. Ой, против течения вообще не тянется. Конечно, я помню, когда мы там в Тыве как-то забросил на свою какую-то маленькую катушку и маленький спиннинг, когда вот под водопадом, где вот в трубе он фигачил, думаешь, не дай бог возьмется, все там, все переломает. Ну, короче, у меня в Инстаграме есть подписчик, ну там Паша, он общается с Митягиным. Он говорит, я твоего-то имени скидывал Митягину на ссылку, он сказал около 20 килограмм. Ну тот редко ошибается. А я ему написал, Сергей, возьми меня на тайменя на рыбалку. Он не ответил в комментарии к видео. Здесь вообще по дну идет, прямо здорово. Ну и здесь галька мелкая, запросто можно так рыбачить. Дима, это что у тебя за мячик? Мячик — это тренд этого сезона. Мы теперь переходим все на мышей. Теперь у нас вечера проходят не просто как бы за бутылкой и разговорами, а мы еще кидаем на тайменя. А на тайменя это мышь. И вот такую мышь мне досталась от соседа, подарил. Ручная работа. Это мягкая. Да. Все делалось ручно. Вот это что такое, не пойму. Я думаю, что просто он горизонтально где-нибудь был по поверхности. Так что? Ну, наверное, да. Саней. Я не знаю, но вот такая концепция. Я как бы эту мышь взял. Крючок острый. Красный, интересно. Ну, прикольно. Вот пробовать надо. Ну, ее не закинешь, она легкая. Она далеко не полетит. Вот такую штуку еще я покупал. В прошлой рыбалке буду на нее пробовать. 30 грамм. Ну, до дна добивает сразу. Летит как пуля. Проводочку сделал. Никого не поймал. Сделаю еще одну. Вот, ну. Маковато. Цепляется за камень сразу. Ну, здесь галька мелкая, можно такой приманкой рыбачить. Здесь можно рыбачить и на джиг, и на силикон, и на все. Потому что дно у бии очень ровное. С мелкой гальки, так сказать. Друзья, а мне пришла вот такая замечательная посылочка с сайта maps.ru. Ого! Красота какая, а! Это что такое? Maps. Новые какие-то. Я таких еще не видел. Вот это номер. О. То есть я в очередной раз сделал заказ. Но поздновато. О, вот это да, Дима. Смотри. С поводком. Но она легкая. 13 грамм. Мне кажется, я тяжелый заказывал. Вот это, смотри, тандем какой. Это на кого? Гант какой-то, киллер. Смотри, таких не было у меня еще. 26 грамм. Циклоп, циклоп. Смотри. Вау, цвет. Ну, я их поназаказывал там в эксклюзивчика. Но я специально таких набрал, потому что я таких даже не видел у нас, понимаешь, нигде. На такую ловил точно. Вот эти циклопы, они стоят что-то как самолеты, блин. При том, что они не все циклопы. Мэпсаглия. Крутая. Номер 7. Это ужас. А что они такие большие-то? Я не думал, что они такие огромные. Вот они, ребята, мои любимые блесна. Аглия Long Heavy. Просто убийцы. Так, сейчас я их раскидаю здесь. Такая есть. Ну, они у меня все есть. По одной там осталось, по половинке. Да, такой наборчик. В ТВ будем с ним, да? На Абакане мы тоже на них брали... Конечно, упаковка вот такая мне не очень нравится. Мешочки маленькие. Так, вот они красные с черным. Такие у меня кончились. Вот на Катуне крайний раз вот на такие ловилось. Царь Кощей на златом чах. Вот тебе, как говорится, и 9000. Кирик остыл, что ли, уже? Остыл, мы долго плыли. Все, готов?
Да. Я немного утеплился, под низ одел жилет и балаклаву, чтоб в уши не дуло и в голову. Первые горы подходят к реке. Полтораха. Мне кажется, надо вот здесь пробовать. Вот на стрелке и здесь проплыть. Да, да, да. Здесь сегун, видишь какой? Там перекат потом на выходе. Лодка идет. Или самолет. Видел, мужик рыбачил? Да. Машину так заныкал. Вот здесь тягун хороший. Вот здесь как бы перекат получается, условно. И ниже там. А между ними тягун. Ну пробуем, а дальше видно будет, что нам. Ты не заводись пока. Нас сейчас берег ткнет. Давай лучше пока накатим и проскочим, и там заведемся. Закрытие сезона, это, конечно, не такой праздник, как открытие. Но куда деваться, жизнь такова, что полгода у нас в Сибири зима. А вот это что интересно. Машина вдоль берега идет. Вон она, ее видно, смотри, вот она. Вон УАЗик. Конечно, когда вода прозрачнее, рыбачить приятнее, честно сказать. Я не знаю, с чем это связано. Ну, ты видишь дно. Ты просто думаешь, что, скорее всего, рыба лучше видит блесну. Вероятность атаки, наверное, больше. По факту, вот такой прозрачности для рыбалки должно быть достаточно. Ну, метр видно, метр. И ладно, если всегда вода светлая, а сегодня мутная, то это одно, да? А если она здесь всегда такая? Ну нельзя зацепиться, мотая вверх по течению. Это надо что сделать-то? Подсекай там, у тебя кабан, походу, сидит. Пошел, ё-моё. Мотать... ну мы же плывем еще. Да. Ё-моё, вот чувствую, ну нам килограмм на 10 минимум сидел. Так стопудово. Как настоящий томин. Раз и все, и забил. Классика. Ну что, вперед, мечте навстречу. Да. Скорее пройдем, тут нормально вроде. Вот. Вот сюда.
Это затон, что ли, или нет, я не пойму. А? Затон, говорю, течением в обратную сторону, он видишь? Так-то вон она основная. Вот трава, видишь, а эти что там стоят? Там течение видно какое-то. Течение, но оно в другую сторону почему-то. Добрались мы до множества островов, большое количество проток. И здесь значительно больше рыбаков. Видимо, рыба не любит стоять на основной струе, где-то она вот разбивается по проточкам. Но нам бы, конечно, наоборот, на ту сторону переехать. Ну, там течение меньше, кидать сюда и вдоль берега вот так же идти. Только надо отгребстись сначала. Отгребайся своим уже теперь что. Да он маленький. Он 500 грамм. Смотри, снизу попался. Ну что, ребята, вот он-то и мешонок. В протоке. Нет, он в рот взялся. Совсем, ну куда он, совсем маленький. Зубастый. Первый таймишонок на би в этом году. В протоке взялся буквально с нескольких забросов. А взялся на что, бы вы думали? Вот она, Maps Aglia Long Heavy. Ну это вообще малек, конечно. На катуне у меня побольше два. Было маленьких, но побольше. Здесь еще шанс есть поймать. Видишь, в протоках, мелочь в протоках. Это как бы так известно, по сути. Че ему там стоять? Хариус здесь, и он здесь. Он Хариус прыгнул. К берегу ближе иди. Так вон и отбили, вот туда надо идти. Ну вон туда, да. Я чтоб рыбу не пугать, в смысле, имею в виду. Мы будем идти здесь, и дальше? Да, конечно. Первое такое место, кстати, за всю нашу дорогу, если это можно назвать дорогой. Мне кажется, Дима, надо вон туда приветоваться. Вот видишь, к острову, к нему, чтобы вон вход сам обкидать можно было. Ну вот где. Ну вот сюда, да, вот за него, чтобы там ни течения нету, ничего. Все, здесь будем пробовать. Здесь сейчас возьмем, думаю. Место очень примечательное. Скальный выход с левого берега и яма. Не, ну здесь мелковато, яма ниже. Мы сейчас здесь вход обкидаем, потом пойдем пониже покидаем. Мне нравится здесь. Просто на широкой реке сложно рыбу найти. Где там она стоит, под этим берегом, под тем, никаких примечательных мест, ни камней, ничего нету. А здесь в протоках все гораздо проще, а от этого и эффективней. Там посередке как будто мель какая-то. Здесь стопудово должен жить таймень. Да, для 7 ноября погода, конечно, просто космос. Тепло, сухо, ветра нету. Идеально прям погода. Ну вот обычно как раз снег и в дождь клюет, а в такую погоду хрен. Ребята, мы на земле. Решили остановиться, перекусить. Время уже часа два, наверное. Полдва, Виталий, уже полтретьего. Полтретьего уже? Да. Есть охота. Все, едим. Ну что ж, мы перекусили. Сейчас обкидаем этот вход в яму и пойдем дальше. Ищем место под стан. Тут шалаш делал. Или навес. Почему его еще не развалило ветром, допустим? Или недавно сделали?
Да нет, он еле-еле-еле стоит. В общем, нашли мы для стана такое место. Высокий правый берег, в сосняке, так сказать. Разгружаем лодку. Высокий берег здесь. С воды смотришь, кажется, вроде как небольшой здесь перепад, а здесь метров 7-8. Ехать никуда далеко не надо. Да? Выехал, докидай. Ну что ж, друзья, закрытие сезона происходит по традиции, которую мы заложили весной, шашлыком. Но сегодня шашлыка нету, сегодня есть купаты. Праздник. Грустно, но праздник. Так что сегодня бешеной кухни не будет. Будут просто вкусные купаты. Поджаренные. Дима, там пожар. Нормально. Ты все упаковал? Угу. Хорошее место мы выбрали для стана. Высокий берег. Сухо. Дров только нету. Смотри, как фонарь светит у меня. У него там что-то тысяча что ли люминов. Ну что ж, а вот и наш результат. Не рыба. Ну тоже вкусно. Пробуй. Развалилась. Горячая. Да, она уже остывает. Нормально. Пойдет. Ну все, ребят, мы ужинаем. Доброе утро. Хорошо поспали сегодня, блин, хорошо. А на улице-то минусовая температура была. Сейчас солнце вышло, может быть, потеплело. А так-то иней. На всем иней. Дима, ты проснулся? Да. Как, спалось? Да, вообще отлично. Не замерз? Нет, а ты? Я тоже нет. Все, ребята, мы на воде. Сегодня рыбачим весь день. Потихоньку спускаемся до машины, обкидывая перспективные, на наш взгляд, участки. Ну и, видимо, заканчиваем сезон все-таки. Хотя посмотрим, как будет погода в дальнейшем. Судя по тому, что есть сейчас, можно еще рыбачить. Но уже буквально с завтрашнего дня синоптики пообещали ухудшение погоды, снег, минусовые температуры. Все, мы пошли сейчас вверх, яму прокидаем здесь. И погнали. Все, готов? Да. Где-то холодно. Так ничего сегодня не тяжело. Часа два накидали. Ни одной поклевки у меня не вижу. Идем вниз в сторону машины.
прибыли. Ну вот мы вернулись к машине.